ему исполнилось 3 года. В 55-м, когда ему было уже 17, он снимался в кинофильме «Два капитана». 57-й, 59-й служба в армии, а затем неудачно чуть-чуть сложилась жизнь. Так называемое политическое хулиганство. Отбывал срок в Архангельской области. Вернулся. Но с этим человеком вы знакомы. Я вот еще не назвал его имя, но на его стихи написана музыка и получались песни. И вместе с ним эти песни сочиняли такие композиторы, как Станислав Пожлаков, Виктор Кулаков, Анатолий Кальварский, Олег Храмушин, Леонид Снегов, Александр Колкер, Александр Муромцев, Николай и многие-многие другие. А его песни пели Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Мария Пахоменко, Валентина Толкунова, поет Лев Лещенко, Лариса Долина, пел, к сожалению, Сергей Захаров, Анатолий Тукиш, который сегодня уже был на нашей сцене. Я говорю о замечательном человеке, о поэте, о настоящем ленинградце Эдуарде Григорьевиче Кузнецове. Приглашаем его на сцену.